Сейчас поработаем на полную активность. Полная активность – это, пожалуйста, приготовьте листочки, ручки возле себя, либо блокнотик возьмите и напишите, как будете готовы. А для чего это? Сразу вам скажу, для того, чтобы делать просчеты. И если есть возможность, калькулятор возле себя тоже поближе. А пока это вы все готовите, немного расскажу о себе. Так как у нас сегодня собрались две команды, моя команда Crystals и команда Елены Габченко. Я представлюсь для второй команды. Кто я такой? Меня зовут Василий Каргин. Я являюсь бизнес-тренером и топ-лидером одной из сетевых компаний. Не буду называть ее имя, так как мы с ней уже перестали сотрудничать. На то есть свои причины. На данный момент мы перешли и начинаем полное сотрудничество с компанией Essence. Почему компания Essence, я думаю, вы в этом же вебинаре тоже узнаете. Немного о себе. Занимаюсь сетевым бизнесом, я с 19 лет. На данный этап жизни мне 25 лет, то есть я занимаюсь сетевым бизнесом 6 лет. Построил за эти года очень большую команду, работал в нескольких сетевых международных компаний. Если говорить коротко, да, приобрел очень большой опыт. Работаю только через интернет. По земле я умею работать, но этого я делать не люблю. Единственное по земле, что мне нравится, это проводить презентации, так как я люблю общаться вживую с людьми. Это в первую очередь. Наша работа заключается через интернет. Напишите, пожалуйста, сейчас, кто знает, что такое вообще сетевой бизнес? Ну, напишите, пожалуйста, двумя-тремя словами, что такое для вас сетевой бизнес. Сегодня мы поработаем в активном режиме. Я прошу от вас самую максимальную именно активность. Так, бизнес-отношений. Далее. Давайте, друзья, поактивней, поактивней. У нас, походу, еще не все. Так, MLM – это многоуровневый рынок продаж. Да, это многоуровневый рынок продаж, но не совсем то. Поиск партнеров через сеть. В каком-то степени я могу согласиться. Потребление продукции от производителей, приглашение на это потребление. Дорогие друзья, давайте я буду вас называть не партнерами, а давайте уже так, как семья, да, дорогие мои друзья, дорогая моя семья, давайте сделаем проще. Пишите, пожалуйста, не завуалированными словами, да, а пишите именно своими словами то, что вы думаете. Не шаблончиками вот этими, то, что там бизнес-отношения, потребление продукции. Организация сети сбыта товаров. Бизнес-отношения, новые знакомства, возможность реализовать себя в чем-то. Так, окей. Друзья мои, давайте на чистоту. Я с вами где-то соглашусь, где-то не соглашусь. Открываю для вас большую тайну. Что же такое сетевой бизнес? Сетевой бизнес – это бизнес просто обычных рекомендаций. Да? То есть как это работает? Привожу обычный пример. Скажите, кто-то из вас в жизни делал какую-то рекомендацию? Ну, например, давайте сделаем так. Я сейчас буду каждому человеку из вас, да, в течение всего вебинара задавать вопросы. И вы будете мне давать ответ на него. Начнем мы с Елены Габченко. Елена, скажите, пожалуйста, сходив в кинотеатр на какой-то хороший фильм, да, вы давали рекомендацию своим друзьям, знакомым, чтобы они пошли на этот фильм, так как он хороший. Так, Елена. Куда у нас Елена пропала? Вот, вижу. Конечно. По вашей рекомендации, друзья, ходили в кинотеатр, смотрели кино? Всегда. Я хорошо рекомендую, да. Ну, это тоже, да, хорошо давать хорошую рекомендацию, это тоже хорошо. Только есть один большой минус с этого, да. Начнем с минуса какого? Вы посмотрели фильм, вам он очень понравился, вы получили, можно сказать, личную рекомендацию для себя.
Да, потому что фильм очень хороший. Вы даете эту же рекомендацию своим друзьям, они идут в кинотеатр, также просматривают это кино, но при этом вам этот кинотеатр не платит никаких бонусных вознаграждений. То есть, если говорить проще, то вам не платят кэшбэк, да? Даже что мы посерьезнее, мы не первый раз сетевом. Людмила, я понимаю, что не первый раз сетевом, но при каждом обучении всегда люди выискивают что-то новое для себя. Поверьте, я в сетевом тоже не первый год, как говорится, замужем. Идем далее. Что же такое сетевой бизнес? Мы поняли то, что сетевой бизнес – это бизнес отношений, да, это бизнес рекомендаций. И основная суть здесь не продажа. Продажи, они идут, понятное дело, то, что во всем мы продаем полностью все, мы продаем и кино, мы продаем и бытовую технику, мы продаем рекомендации, мы продаем настроение, мы продаем все в своей жизни. Да, лично я сегодня продал, наверное, очень много всего, и по моей рекомендации очень много чего приобрели люди. Но суть не в этом. Сетевым бизнесом мы разобрались. Идем далее. Сетевая компания Essence. Что же это такая? В первую очередь, это международная сетевая компания, которая родилась на рынке в 2011 году. Вот. И преимущество компании Essence, почему же эта компания, почему мы пришли в нее работать? В первую очередь, то, что эта компания находится на международном рынке в 15 странах мира, и то, что она пришла на рынок России, лично мое мнение, это очень хорошо, так как сетевой бизнес в России, он составляет всего лишь по статистике, как говорится, 3%, да, но на мой взгляд, это составление статистики идет 0,03%, так как люди путают такие два понятия, как распространители и именно сетевой бизнес. Разберем же маркетинг-план. Маркетинг-план наш делится на 4 этапа. Четвертый этап у нас будет представлен. Первую же очередь это в сентябре месяце. Руководство обещало нам представить это в сентябре месяце. Мы начнем разбирать первый, самый важный этап. Это первый план маркетинга. Первый план маркетинга у нас составляет лидерскую позицию, лесенку, да, от 3 до 20%. Как же у нас идет лидерская позиция от 3 до 28%? Придя в компанию, у вас есть замечательный продукт. Для начала мы возьмем этот продукт, наши замечательные духи, парфюмерию, да? В первую очередь с ним проще всего работать и объяснять на нем тоже очень просто. Придя в компанию, мы изучаем такую маркетинговую систему, да? Изучаем, во-первых, квалификацию, сколько мы можем заработать, какой товарооборот нам нужно создать и что же нам в первую очередь нужно сделать. Придя в компанию, мы покупаем для себя в первую очередь не папку, как многие говорят, да, а в первую очередь мы для себя приобретаем продукцию. Лично я рассказываю вам свою систему работы, как я работаю и как я за год всего лишь работы в сетевой компании по команду в 13 тысяч человек. Кто меня знает, он знает об этом результате спокойно. Придя в компанию, мы в первую очередь разбираемся с маркетинг-планом, с продукцией и покупаем всего лишь для начала два аромата. Себе один аромат и один аромат в подарок. Для чего? Это является один из маркетинговых ходов. Себе для того, чтобы удостовериться, то, что это тот аромат, которым мы пользуемся. То есть, к примеру, я пользуюсь Armani Code мужским, и при этом я пользуюсь не подделкой, я пользуюсь оригиналом. Я знаю, что этот аромат, очень много лет им пользуюсь. И что же я делаю? Я себе его заказываю. Этот аромат мне приходит, и в первый же день, пробуя этот аромат, я смотрю на его стойкость, на его насыщенность, его аромат. Если он полностью удовлетворяет все мои потребности, я начинаю с этой компании полностью работать. То есть в первую очередь мы составляем систему рыночной торговли. То есть мы составляем свою личную рекомендацию себе же в первую очередь. Смогли бы мы себе же порекомендовать? Это нужно всегда запоминать. Потому что рекомендовать сразу кому-то, если вы пришли, например, открыли один флакончик, сразу так брызнули на себя, ой, классно, все, я побежала. Нет, то есть вы должны в течение дня
полностью ощутить весь этот аромат, понять, сможете ли вы себе в первую очередь дать эту рекомендацию. Да, мы себе даем эту рекомендацию. Далее, что мы делаем? Мы открываем маркетинг-план, начинаем его изучать. Первый этап маркетинга, да, мы смотрим то, что на маркетинг-план выделен полностью доход от 3 до 28%. И для себя запоминаем то, что нету, в первую очередь, нету обязательных условий по развитию сети, да, нету обязательных закупок, да, есть ежемесячная активность, но ежемесячная активность – это не обязательная закупка. Ежемесячная активность – это подтверждение вашей активности, то, что вы являетесь активным менеджером компании, в первую очередь. Вот, ну и ежемесячная активность, она нуждается для того, чтобы ваша комиссия перешла к вам на кошелек. Далее, вот смотрите, разбирать будем наш доход от 3 до... Так, секунду, я немного сейчас поменяю слайд. Мне этот слайд не очень удобен. Прям секундочку. Вот так. С вот этим слайдом поудобнее бы. Смотрите, изначально мы изучаем, да, что нам нужно сделать, чтобы закрыть 3%. 3% – это 100 баллов. По маркетингу мы изучаем то, что у нас идет сумма 1 балла 70 рублей. Но при этом 3% – это 100 баллов. Это в итоге получается 3% – это от 10 до 39 флаконов. Это идет у нас 3%. Для высчета нашего дохода, для высчета нашей зарплаты существует определенная формула. Эту формулу, я думаю, сейчас все запишите себе. Это сумма балла. Вот сейчас, пожалуйста, все себе эту формулу запишите. Сумма балла умножается на стоимость 1 балла 70 рублей. И в скобочках ваш процент минус процент вашей ветки, от которой вы высчитываете свою зарплату. Мы будем высчитывать зарплату от каждой ветки, чтобы понять, сколько мы можем зарабатывать. От этого будет зависеть то, как нам распланировать наш ранг. Как распланировать наш ранг, у нас будут еще отдельные вебинары на эту тему, как нам распланировать ранг, начиная от 12% и выше, либо как выйти на сапфира, точнее на золотого менеджера и выше. Записали? Баллы ветки умножаем на 70, в скобочках ваш процент минус процент ветки, это является формулой. Идем дальше. У нас карьерная лестница идет, растет от 3 до 28%. Каждая карьерная лестница у нас имеет определенные условия. То есть 3% – это 100 баллов, 6% – это 400 баллов, при этом 6% это идет от 40 до 119 флаконов, 9% это идет 1200 баллов, 12% 2400, 7% 4000 баллов, и при этом у нас открывается система автопрограммы. 20% это 6000 баллов, 25% это 10 тысяч баллов. У нас открывается возможность участвовать в путешествии от компании. И 28% это 15 тысяч баллов. Также мы для себя уясняем такой закон. Хоть у нас и нету обязательных закупок каких-либо и так далее, да, но мы должны для себя сразу приучить такую вещь, что делать 20 баллов ежемесячно – это минимум нужно. И мы для себя должны запомнить сейчас одно главное правило. Компания – это лишь инструмент.
инструмент для заработка денег в первую очередь. И компания сейчас дает все нужные нам возможности. То есть, по сути, это большой интернет-магазин, где мы можем приобретать всю нужную для нас продукцию. Далее, один флакон у нас идет от 15 до 18 баллов. В зависимости от продукции, которую мы берем. То есть мы должны для себя помнить то, что у нас идет 45 миллилитров, у нас идет и 50 миллилитров, но при этом у нас есть селективная уникальная парфюмерия от компании. И теперь самый главный вопрос, как же нам высчитывать зарплату? С этим вопросом все задают его. Причем. Так. Что-то у меня тормозит все. Так. Как мы уже ранее с вами написали, у нас есть формула. Да? Давайте представим с вами то, что мы такие хорошие с вами. Люди, да, мы пригласили в бизнес 4 человека. 4 человека пригласить в бизнес легко? Мы с вами сегодня разбираем маркетинг-план первой ступени только. Так как первая ступень маркетинга – это одна из важных самых ступеней. Отлично, 4 человека в бизнес пригласить легко. Давайте представим такой момент, то что мы пригласили 4 человека в бизнес, да, и мы научили этих 4 человек приглашать также людей в бизнес. Что же у нас получается? У нас получается, к примеру, возьмем сентябрь месяц, новый месяц, у нас одна ветка пригласила людей в бизнес, и при этом общими усилиями они сделали 3%, то есть групповой товарооборот у них составил 100 баллов. Вторая ветка. У нас пригласила также людей. Мы им помогли развиваться. Мы им помогли разобраться в этом бизнесе. И вторая ветка у нас составила групповой товарооборот 800 баллов. Все помнят, и эта ветка у нас находится на 6%. Все помнят почему, да? На 6%. Если кто не помнит, объясняю еще раз. У нас 3% это продано, это составляет 10-39 флаконов. 6% это составляет 40-119 флаконов. Это 6%. То есть групповой товарооборот, чтобы стать нам 9%, нам нужно иметь 1200 баллов, так как вторая ветка не смогла набрать 1200 баллов, а всего лишь 800 баллов, они остаются на 6%. Идем дальше. Третья ветка, они вообще умнички, то есть они очень хорошо поработали, они сделали групповой товарооборот на 1300 баллов. И четвертая веточка, они самые молодцы, они сделали групповой товарооборот на 2400 баллов. Ну и мы, конечно же, продали 30 флаконов и создали собственный товарооборот в 300 баллов. Как же комиссия рассчитывается? Комиссия рассчитывается, исходя из разницы между квалификацией в уровнях, процентах, умноженной на баллы группы, и умножаем на 70 рублей. Помните формулу, которую мы с вами записывали? Друзья, давайте поактивней. Да, ага. Так, все возле себя калькулятор взяли? Да. Отлично. Давайте теперь высчитывать. Смотрите, посчитайте, пожалуйста, 100 плюс 800, 900, да, плюс 1300. Это получается у нас, 2200, 4600 в общем, да, Юль? Ты с личным товарооборотом посчитала, правильно?
То есть мы считаем общий товарооборот. Общий. Смотрите, у нас общий товарооборот составил 4600 баллов. Исходя из этого общего товарооборота, мы составляем 17% с лишним, да, 4900. Вот, с лишним мы составляем 17%. Далее, как же нам высчитать зарплату? Формулу все мы помним. 17, мы берем 100 баллов, умножаем на 70, умножаем, теперь в скобочках, так как мы 17%, мы высчитываем, делаем 17 минус 3. То есть разница уровней у меня для вас уже сразу подсчитана, это 14%. То есть у нас получается 100 баллов умножаем на 70 и умножаем на 14%. Юль, напиши, пожалуйста, сумму. 980. Отлично. Идем дальше. Мы умножаем 800 баллов, умножаем на 70 и умножаем на 11. Почему на 11? 17 минус 6 равно 11%. То есть мы с этой ветки зарабатываем 11%. 660. Отлично. Идем дальше. 1300 умножаем на 70 и умножаем на 8%. То есть разницу уровней берем. 7280. Отлично. Идем дальше. 2400 умножаем на 70 и умножаем на 5%. 5%. Юлькин, активистка ты моя. Так, 8400. Отлично. И теперь 300 умножаем на 70 и умножаем на 17%, так как это личный наш товарооборот. 3570. Теперь мы берем и эти суммы все складываем. То есть 980 плюс 660, 7280, 8400, 3570. 26390. Друзья, поздравляю, 26390 является наша зарплата с вами. Это всего лишь 4 веток, учесть того, что мы пригласили 4 человек. А теперь давайте представим, если мы пригласили, к примеру, не 4 человек, а мы пригласили, к примеру, больше. Мы пригласили там 10 человек. Я думаю, вы от этого уже понимаете разницу, сколько вы можете зарабатывать. И в этом прелесть нашего бизнеса, то что здесь нету каких-либо границ, нету каких-либо урезаний. У вас товарооборот, он составляется безграничную глубину, в первую очередь, и у вас безграничная ширина, то есть у вас нет ограничений на то, сколько человек вам пригласить. Вы можете в один месяц пригласить в наш замечательный бизнес 4 человека, а можете в следующий месяц пригласить 25 человек, и от этого будет у вас составляться тоже хороший уровень зарплаты. Но при этом самое главное – это повторять дубликацию, то есть запомните один важный фактор. Я когда пришел в систему вообще MLM бизнеса и когда начал заниматься парфюмерией, то для себя сразу уяснил такой фактор. Есть такая система, как ежемесячная активность 20 баллов. Поверьте, 20 баллов делается очень легко, то есть его, наверное, делает самый ленивый человек. Если вы хотите именно создавать хороший доход, то вы для себя должны в первую очередь составить минимальную активность ежемесячную для себя. Для себя эту минимальную активность ежемесячную я ставлю, например, 50 баллов. А вот теперь подумайте, пожалуйста, над тем, если у вас, к примеру, в команде 400 человек, представили? То есть 4 ветки и везде по 100 человек. Мы себя не считаем. То есть представили 4 ветка, и в каждой ветке по 100 человек. И давайте представим такой момент, то, что у вас получается, да, у вас получается то, что 4 умножаем, все люди у вас делают ежемесячную активность 50 баллов. 50 баллов, поверьте, с нашими ароматами, с нашим ассортиментом делается легко, так как качество, оно, правда, очень хорошее. Я в первую очередь сначала остался, но понял то, что качество реально очень шикарное. То есть 400 человек
Да, 400 человек делает ежемесячную активность. Понимаете, да? И теперь вы понимаете то, что 400 человек сделали ежемесячную активность, к примеру, 50 баллов. Да, вы закрываете от этого 28%, и по нашей формуле вы высчитываете для себя зарплату. Давайте, друзья мои, знаете, как сделаем? Давайте сделаем проще. Давайте мы с вами посчитаем, а сколько же мы, к примеру, заработали? Для нас это должна быть такая небольшая мотивация, правда? Давайте посмотрим. К примеру, если не ошибаюсь, 50 умножить на 100, это получается 5000 баллов, правильно? Отлично. Смотрите, 5000 баллов, 4 ветки. Так, теперь считаем, 5000 баллов у нас получается 17%. Правильно? Идем, давайте, 5000 умножить на 70 и умножаем 28 минус 17, сколько? 11, правильно, и умножаем на 11%. Сумму в студию, пожалуйста. Юлька, давай. 38 500. 38 500 умножить на 4, ну, 4 раза. Одну и ту же сумму. Сто пятьдесят четыре тысячи. Друзья, поздравляю, 154 000 – это ваша зарплата. Теперь рассказываю вам один из огромнейших секретов. Как же можно составить именно такую зарплату при этом делая одни и те же действия каждый день. В течение 3-4 месяцев можно выйти на доход в 20%. Это не сказка, я выходил на доход в 20%, который у меня был. Что же нужно делать? Записываем. Наш маркетинг очень хорош. Формула очень простая. При этом мы разобрали с вами первую степень плана. Самую основную мы работаем по этой степени плана. На вторую, третью степень плана, друзья мои, я не буду акцентировать внимание, так как для начала нужно себе каждому поставить цель, чего мы хотим. Цель мы сегодня тоже поставим с вами для себя же, да? У нас такой интерактивный вебинарчик получается, общий. Первое, что нам нужно делать? Давайте распишем прям план дня. Когда мы проснулись? В первую очередь мы проснулись, если вы работаете через интернет, конечно, что же мы делаем, да? Ну, после того, как, конечно, позавтракали, умылись и так далее. Если мы работаем через интернет, мы включаем свою сеть и смотрим в первую очередь статистику нашей страницы. Если статистику мы видим хорошую, это очень хорошо, поздравляю, значит, вы хорошо работаете над своей страницей. Чтобы у вас страница хорошо работала, что же нам нужно? Нам нужно в первую очередь правильно ее вести. То есть, друзья мои, в первую очередь я не желаю каждому партнеру вести ее в рекламном порядке. То есть, когда к человеку заходишь и видишь одну рекламу, то есть приглашаю вас в бизнес, наша реклама самая лучшая, и везде реклама парфюмерии, парфюмерии, парфюмерии. Друзья мои, в интернете такой способ давно не работает. Это называется работа спама, то есть устарелая система. Что же нам нужно? В первую очередь мы после того, как проанализировали, посмотрели нашу статистику, если статистика плохая, что же мы делаем? Мы начинаем разбираться со своей страницы. То есть создаем систему статуса, создаем систему аватарки, изучаем нашу стену, что в ней не так, какое различие стены у нас работает лучше, да, то есть где больше лайков, где больше интересов. То есть при оформлении страницы ВКонтакте, в социальных сетях, это будет полностью отдельный урок и тема. Если же мы работаем по земле, что нужно делать каждый день? Нужно открывать свой блокнот, где мы записываем список теплых контактов. Список теплых контактов, поверьте, он никогда не иссякает. То есть холодные контакты, они рано или поздно переходят в теплые контакты. Что же мы делаем? Мы прописываем этот список теплых контактов, в первую очередь для себя. И на каждую фамилию, на каждое имя мы для себя в отдельном листочке, работая с этим блокнотом, мы пишем, например,
там, Юлия Сергеевна такая-то, да? И вы для себя пишете, как вы с ней познакомились, какие у нее интересы. То есть всю информацию, то, что вы о ней знаете. И вы, в первую очередь, как работаете. Вы с ней договариваетесь о встрече, то есть вы с ней созваниваетесь. В первую очередь налаживаете контакт. Никогда не нужно впрямую. Юль, привет, я к тебе на тему бизнеса. Никогда так не нужно делать. В первую очередь нужно налаживать контакт. Нужно понимать то, что в нашем бизнесе в первую очередь налаживание контакта имеет очень большую роль. Что же мы делаем? Мы налаживаем контакт. Например, Юль, привет, как дела, чем занимаешься? Я тебя не отвлекаю. То есть мы должны задать этот вопрос. Я тебя не отвлекаю. Если она говорит то, что да, Вась, ты меня не отвлекаешь, то мы дальше. Юль, слушай, я начала проходить курс аромастилистики, и у меня есть сейчас задание, которое мне дали на школе. Мне нужно подобрать ароматы 15 человек. Десятерым я уже подобрала, нужно еще пятерым, а время осталось просто очень мало. Ты можешь мне в этом помочь? То есть, друзья мои, вот смотрите, разница такая, то, что когда вы работаете по системе аромастилистики, это намного проще. Скажите, пожалуйста, кто знаком вообще с этой системой подбора аромата, подбора аромастилистики, именно подбора четырех точек? Может, просто многие не знакомы с этой системой? Так, я плюс... Отлично. Так, минус, расскажите. Так, смотрите, система подбора аромата, система аромастилистики, она что о себе рассказывает? В первую очередь, это профессиональный подбор аромата. Понятное дело, то, что наши духи, это являются эквиваленты знаменитых брендов, которые идут один к одному, да? То есть эти ароматы очень легко узнать, если мы, конечно, ими же пользуемся, да. Но есть люди, которые, например, говорят, вот мне, например, трудно подобрать для себя аромат. Что же мы делаем? Мы предлагаем им профессиональную помощь подбора аромата. Для этого нам что нужно? Нам в работе нам нужна аромавизитница, нам нужен флайер, да, то есть мы его называем прайс, я как понял, его здесь называют флайером, да, и нам нужна папка с пробниками. И при этом есть несколько систем подбора аромата. Я работаю с системой закрытого аромата. То есть это как делать? Мы девушке помогаем подобрать аромат вслепую, то есть мы ей завязываем глаза. Поверьте, когда человеку завязываешь глаза, у него единственные начинают работать все рефлексы, потому что глаза у него завязаны. И мы начинаем понемножку, не сразу, понемножку. То есть у нас должны быть подготовлены блотеры с ароматами. То есть мы не должны сами вот пробники подносить и дать, а именно блотеры. И мы веерным способом подбираем ароматы, показываем эти ароматы. Для начала мы выбираем 10 ароматов. 10 ароматов мы выбираем из какого типа. То есть мы изначально заводим беседу с человеком. То есть какие ароматы больше нравятся, цветочные, не цветочные, какие у нее предпочтения по аромату. Может, она сладкие ароматы любит, правда же? Я думаю, правда. Мы выбираем для себя именно тип аромата, какой человеку больше бы понравился. И начинаем веерным способом подносить эти ароматы к носу. Но при этом мы делаем это немедленно и не слишком быстро. То есть нормальный темпе по одному аромату быстро подносим к носу. И человек должен для себя выбрать несколько ароматов. Да, 2-3 секунды, правильно. Он для себя выбирает эти ароматы. К примеру, этот человек из 10 ароматов выбрал 7 ароматов. Такое, поверьте, тоже бывает, потому что некоторые ароматы, они настолько похожи, что человек еще не понимает, тот ли или не тот аромат, и он говорит, давай, 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 вот это. У нас остается 7 ароматов. Мы перед этим подносим
к носу нашего, как говорится, экспериментатора, да, мы подносим к носу запах кофе, чтобы у него перебились все ароматы. Потому что в первую очередь у него запомнились эти ароматы, он будет их ждать. Вот. Что мы делаем? Ну, мы подносим к нему молотый кофе, он его понюхал, все хорошо. Переходим ко второму этапу. Мы берем эти ароматы и перемешиваем их именно по очередности. И начинаем опять подносить, но очень медленно уже. Очень медленно. И человек для себя выбирает 4 аромата. Когда человек для себя выбирает 4 аромата, мы ему уже открываем глаза. Да, перемешивайте те, что понравились. Мы уже ему открываем глаза. И что мы делаем? У нас в руках аромавизитница. Есть хороший инструмент, как называется он, аромавизитница. Мы ему рассказываем, какие ароматы он выбрал, но мы не называем, но мы не говорим ему название этих ароматов. Мы берем пробники, и теперь мы работаем с 4 пунктами именно вибрации. То есть первый на запястьях, да, и на сгибах локтей. Мы капаем каждый аромат. Но при этом самое главное, нужно сразу говорить, что ароматы эти растирать не нужно. Я думаю, с этим это все знают. Знаете, почему ароматы растирать нельзя вообще никак? Люди, которые проходили аромастилистику, я думаю, вы должны быть в курсе, почему. Да, формула ломается. Потому что у каждого аромата есть формула раскрытия. Друзья, давайте, девочки, напомните, какая у нас формула раскрытия идет аромата. Три ноты, правильно. Какие три ноты? До, ре, ми, фа, соль, ля, си? Верхняя, сердечная, основная. Правильно. А по времени помним, сколько по времени длится нота каждая? Пятнадцать минут вроде первая. Неправильный ответ. 5-10 минут первая нота. В зависимости от классификации цитрус или нет. 2-3 часа вторая нота. Правильно. Мариана, первая нота длится 5-10 минут в зависимости от классификации аромата. То есть первая нота, она раскрывается, она дает такой небольшой шлейф. Потом вступает основная нота, которая длится очень долго. Бывают, конечно, моменты, то что цитрусовая нота, она длится до 20 минут. Ну и дальше аромат раскрывается и играет на кожу. Да, все правильно. То есть, начиная от сердечной ноты, дальше уже идет основная нота, которая дает такой потрясающий шлейф. Со шлейфом, я думаю, все знакомы. Далее, что мы делаем? Если мы идем по небольшой системе, человек для себя выбирает ароматы. Пока он выбирает себе ароматы, мы ему рассказываем, что это за ароматы. То есть мы берем, как у вас говорится, флайер, ну, скажу проще, прайс, да, то есть мы берем прайс, у нас прописан каждый аромат, что это за аромат, то есть мы должны каждому аромату такую небольшую историю составить, ведь процесс аромастилистики – это как игра, это небольшая игра должна быть, где вы должны вовлечь именно человека. Когда человек изучает на себе ароматы эти полностью, вы рассказываете, что это за ароматы, он уже полностью горит этими ароматами, он заинтересован, и вы тогда ему просто даете этот прайс-лист, чтобы он увидел, что это за ароматы. И тогда вы уже говорите, приобретя эти ароматы, можно у нас в компании по очень низкой цене. И рассказывайте, почему это низкая цена, что, почему, за что и как. Это по системе аромастилистики. За счет этой системы
Поверьте, полмаркетинг-план. Почему я немножко рассказал о системе аромастилистики? Если, к примеру, проводить по одной аромастилистике в день, в среднем при такой аромастилистике люди покупают ароматы от 1 до 2 флаконов. Ну, давайте возьмем, к примеру, у нас клиент взял по 2 флакона. То есть у нас получается 60 флаконов в месяц, правильно? Если мы проводим аромастилистику каждый день. Верно? 60 флаконов в месяц. 60 флаконов в месяц – это 6%. 6% мы закрываем только сами. А теперь представьте, если по земле, работая по земле, мы обучаем всю свою команду так делать. Работать по системе аромастилистики. Но при этом, поверьте, когда вы проводите систему аромастилистики, вы изначально при хорошем результате, да, то есть человек у вас заказывает эти ароматы, он получает, вы просите у него в первую очередь отзыв, да, не бойтесь брать отзывы и не бойтесь брать рекомендации, чтобы человек вам дал номера людей, да, своих подруг, знакомых, которым тоже было бы интересно поучаствовать именно в такой игре. За счет именно вот такой игры у вас и собирается база знаний, база данных. Вот поэтому я вам и сказал, то, что база данных, теплых контактов у вас никогда не закончится. И именно только работая по земле таким способом, работая с нашим маркетингом, можно быстренько выйти на хороший ранг. Давайте теперь представим, вспомним опять, вернемся к нашему маркетингу. Да, представим такой момент, да, то, что мы, к примеру, пригласили 4 человек, мы сами пришли, такие хорошие, первый месяц мы обучились, да, мы обучились, первый месяц мы, к примеру, закрыли 3%, так как пока мы обучались, мы смогли продать только 15 флаконов, к примеру. Отлично, мы пригласили еще 4 человека, мы их обучили, то же самое, то есть мы их обучаем системе аромастилистики, мы не обучаем их проводить встречи, работать по старой системе сетевого бизнеса, поверьте, я по ней работал, система аромастилистики в первую очередь, она и для вас интереснее будет, и как-то поприятнее в этом плане. Идем дальше, если мы, к примеру, приглашаем 4 человек, мы их обучаем системе аромастилистики. Давайте вспомним, мы, к примеру, продаем 60 флаконов за месяц. По этой системе аромастилистики, если у нас каждый партнер, точнее, каждый клиент приобретает по 2 флакона. Но если мы, конечно, спустимся на землю и представим то, что мы продали, например, не 60 флаконов, а, к примеру, сами продали, мы давайте возьмем 20 флаконов. 20 флаконов. И у нас 4 партнера, которые тоже обучены и продали по 20 флаконов. Это получается 100 флаконов, правильно? 1000 баллов. 6% и хороший доход. И чем больше вы будете именно вовлекать и обучать людей, работая по такой системе, именно по системе аромастилистики, вы сможете именно развивать хорошо свою структуру. Да, 12 тысяч доход от продаж еще сверху. С маркетинг-планом первого уровня, друзья, все понятно, как можно легко закрывать маркетинг в цифрах, как высчитывать нашу зарплату. И небольшие секреты по работе на земле через аромастилистику. Поверьте, я проводил и встречи, очень много встреч. Но встреча – это хорошо, конечно же. Но когда вы занимаетесь своим бизнесом, играющий таким способом, это и вам приносит удовольствие, ну и, конечно же, деньги. По маркетингу первого уровня, друзья, все понятно. Чего, почему, за что и как. Все отлично. Всем спасибо за внимание. Следующий урок у нас будет, ребята, я вам сообщу, когда и какой. Всем пока.